Они там говорят. Каждый раз, когда кто-то умрет, герой выбывает из игры, и он будет заменен на другого рандомного героя. Но предметы сохранятся. Да, аганимы, шарды, даггеры и все остальное, все останется. Ну а у BSG не будет ничего. Так что все главное, предметы останутся, скиллы нет, но только скилл самого игрока. Это слишком жестко, но мы надеемся, что наши команды справятся, потому что это будет очень жаркий и яркий матч. И настало время выхода первой команды. Команда Dragon. Team Dragon. And I'll come. I mean, this is a good representation of what Team Dragon will play like. They made their logo in Microsoft Paint only 10 minutes ago. Absolutely unbelievable. Team Dragon supports each other both on and off panel. Выходит команда на сцену, и сейчас будут объявлять и нашу команду. Рандом дезматч — это режим, который появился в Доте относительно недавно, году в 16-м, наверное, что-то около того, вот не помню точно. И я помню, что как только он появился, я в него играла без перерыва, наверное, где-то полгодика. Единственное, правда, что мешало играть реально много, это то, что там постоянно сервера падали на старте. Не знаю почему, но режим всегда был очень фановый, постоянная смена героев, постоянно какой-то экшен, и поэтому была всегда мотивация взять какой-нибудь имбу и пытаться не умереть они ни разу. В свое время в первой доте наигрались просто в этот мод уже все, кто хотел. А к 16-му году просто уже был ранкет матчмейкинг, поэтому, наверное, все лучшие профессионалы этого мода уже не играли в него. Давайте пока вернемся к переводчику и послушаем сцену. Твои ожидания? Мы действительно тренировались, так что... Да, спасибо большое болельщикам из зала. Потому что там из ложи поддерживают команду Дракон. Синдерен, тебе вопрос. Давай сможешь сделать звук вертолетика ртом? Маски нет, увы. Ответ нет. И последний вопрос для BSG. How do you keep it PMA, keep it BSG? We're gonna be clearing comms a lot. We're gonna make sure. Как ты будешь сохранять игру четкой и чистой? Мы будем нормально играть, общаться и пойдем на мид сливаться. Four players and a carry, running it down mid. Thank you very much, Team Dragon. Go ahead and step to the booth. Ну все, заходите в кабинку. Their opponents. И теперь их оппоненты, у которых большие есть ягоды в ягодицах, команда Громоящер. Есть ягоды в ягодицах, действительно. И наша команда тоже тренировалась, насколько я видела. Правда, не в ту игру немного, но тоже тренировались. Я думаю, они покажут здесь высший класс. Да и вообще было бы интересно на дотку в их исполнении посмотреть. Но все это случится совсем скоро здесь на сцене. Интересно, что сейчас будут просить делать ведущие наших игроков. Это меня несколько интригует. Я даже не знаю, а что они теоретически-то могут сделать? Ну, звуки какие-то показать. Видимо. Я могу Скруджа Макдака показать даже в маске. Давайте вернемся к переводчику. Сейчас буду с ними общаться, послушаем. Вы, в принципе, хоть как-то готовились к этому матчу? Я толкнул мотивационную речь. Я могу все делать хорошо. Да, так что наша команда готова. Это наш последний шанс стать известными. Борщ. Ну, Громоящер, ладно. Последний шанс стать известными для тех, для вас. Но у Неймы, как вы? Мы уничтожим их. Резолюшн, ты выглядишь лучше, чем кто-либо на этой сцене. Но да, сейчас... Когда-то так было, сейчас нет. И одно слово. Это не одно слово, но пускай. И сейчас эта команда тоже заходит в кабинку. Команда Громоящер по местам. Вперед!
Я помню, что в прошлый раз на предыдущем Интернешнале, когда начинался шоу-матч, там было очень много разговоров про сало. Я забыла, в чем был мем, но там постоянно про него разговаривали. А здесь вернулись к разговору о борще. Одно другое, конечно, дополняет, но... Команда явно навеселее и готова играть. Это все-таки шоу-матч. Здесь все создано для фана, и я буду надеяться, что его покажут. Вы вообще когда-нибудь участвовали в шоу-матчах? Я нет, по-моему. Интернет это да, наверное, только. И мы те, кто смотрит. Да, изначально говорили, что команда будет называться «Борщ», а не «Игра моя». Я не знаю, почему решили это отменить, это решение, чья это была мотивация. Я, кстати, не слышала вообще про название команды чего, так что для меня это впервые информация возникла. Поле. А что у нас были? Я помню, что у нас были шоу-матчи со звездами из игроков, из звездами из уже, так скажем, игроков, которые закончили свою карьеру. Кастеры с кастерами играют довольно часто. Вот я не помню, было ли это еще на Интах. Мне кажется, что было, но я просто... На Интах, по-моему, кастеры с кастерами не играли. Вот кастеры с кем-то обычно кастеры играли. Кастеры с ботами там, с играли. С ротики там всякими и прочее, вот такого рода я помню. Кастеры с ботами играли. С ботами? Ну там да. Сильные боты были. А уже с ботами нет, они до этого момента играли, да. Там у нас много заруб с ботами было. И в прошлый раз точно был шоу-матч с OpenAI ботом. Искусственного интеллекта, который помогает развитию не столько Dota, но в Dota тоже много интересных вещей привнес в нее. И одно время, помню, был открыт этот бот для всех, желающих поиграть в нем один на один на миде. И там была вся соль в том, что не так давно был опубликован итоговый вот этот рейтинг, сколько там винрейт у бота. И там было что-то буквально то ли 500 человек, то ли что-то такого рода, в итоге в общей сложности игроков, которые обыграли. Мне кажется, то, о чем ты говоришь, это было как раз-таки 5 на 5. Один на один на открытом доступе вроде бы не было никогда. Нет, там, по-моему, было бы на SF нужно было, нет, разве? Ну, на SF это было в закрытом доступе. Разве в закрытом? Потому что там какое-то большое количество игроков суммарно поиграло. Это были команды. Ну, это были команды? Я уверен, что это было 5 на 5. Если бы это было 1 на 1, я бы это запомнил. 1 на 1 точно было закрытым, я очень много с этим SF играл. В закрытом доступе... Это когда мы еще на International тогда сидели, и к нам подошли, говорят, хотите, у вас Мидер хочет поиграть 1 на 1? И говорят, ну, давай. И да, это было после седьмого инта. После седьмого инта я попросил и поиграл много. Я нашел способ, как заобузить этого бота. Он очень хорош в микро, но его нужно было обманывать. И он не понимал, что делать, если я обхожу между Т1 и Т2. И там нужно было либо два раза его убить, либо на 10-й минуте по нетворсу или по крипстату. Короче, я делал так, что... На 10-й минуте я выигрывал по крипстату. Но ведь в этом и суть искусственного интеллекта, то, что он должен учиться сам на себе, или пытаться его обмануть? Да, он не учится сам на себе все-таки. Его нужно кормить этой информацией. Да, его нужно было скормить. Он не апдейтился по ходу, к сожалению. Вот если бы апдейтился, было бы реально интересно каждый раз его пытаться передумать. Но для апдейтов это много всего нужно было придумать. У нас с OpenAI уже довольно долгая история. Я думаю, что еще мы о нем услышим в дальнейшем. Кстати, если я не ошибаюсь, здесь, по идее, игра будет быстрее закончится, чем трон упадет, когда герой закончится, да? Ну, тут либо-либо. Что первое произойдет? Там, по-моему, насколько я помню, он демо всегда был до какого-то либо количества убийств, либо до падения трона. Пока герой не кончится. Получается, да. 56, ну, не там чуть больше. Так что все зависит от того, кто как нафидит. Это тоже довольно веселый расклад. Там у нас пока готовится звук в кабинках, ребята, чтобы вам контента подвести, да побольше. Вообще, обычно, если вспомнить, как играется этот мод, то тебе выпадает какой-то фиговый герой, ты обычно его быстренько сливаешь и крутишь рулетку, так сказать. Там, скорее, обычно рулетка была в шмотках, потому что ты закупаешься под какого-то героя, первого, который у тебя есть. Допустим, ты не умирал какое-то количество времени, у тебя есть вот сетап, а тебе выпадает что-то совершенно не стопленькое. Теперь у тебя есть аганимы на всех героях, шарды на всех героях, и ты просто что-то нейтральное купишь, там, ПТ-шечку, что-то нейтральное, типа Falcon Blade. Да можно купить фейзы драмы стики на любом герое вообще. Интересно, а какой сейчас герой вот будет фиговый, чтобы его слить? Ну, я не знаю, ну, мало ли, может, они делают какую-то определенную сборку. Может, есть же герои, которые в эрли-гейме прям на лайнинге так себе, но потом раскрываются. И ты не хочешь играть там на условном войде на первом левеле. Вот, прикинь, ты играешь, нет, ты играешь такой, ты сделал, играешь на миде, сделал какую-то, ну, относительно мидовую сборку, умираешь, тебе выпадает арквард. Нормас. Ну, аркварды без Мидаса и без Майла. У тебя это... бутылки. Мидас ты можно купить. Себя можно Мидас купить заранее, чтобы если вы будете аркварды. Кстати, Мидас это популярный был айтем в RDM моде.
свое время. Чтобы новую шмотку прикупить можно было быстрее, или что? Нет, уже за всех героев не должно жмется, замечательно. Просто, да, универсальная вещь, работает на всех героев. У меня была только одна страта, брать кого-нибудь. По-моему, я ничего и постоянно играла тогда. Она была еще очень сильна в том патче и пыталась просто не умирать максимально. Не знаю, зачем я это делала, но я туда кучу времени Ты доводила до 0.15, пока не выпадет инча, и стараться начинала, да? Нет, я просто пыталась не сливаться, если сливать, то что там как пойдет. А тут у нас все сидят, готовятся в маску. Им, в отличие от игроков, снять не дадут 100% их, так что придется орать аккуратненько, чтобы не закончился воздух. Да не, в масках, наверное, играть не так плохо, как комментировать. Потому что, когда ты комментируешь, ты прям задыхаешься. А играть можно и вообще ни слова не проронив. Особенно зная, что тебя слушает миллион человек по всему земному шару. Значит, я бы об этом забыла бы через 0-5 секунд после старта игры. Ну вот, в следующий раз, кстати, там посидишь. Когда играли тогда в Киеве, мы вообще не задумывались о том, что нас... Нам вообще, на самом деле... Вам как-то это сообщали о том, что вот с вами будет Русайт или все, или просто оставили? Нет, ты изначально, во-первых, подписывал контракт, что если ты дойдешь до финала, то тебя будут снимать и записывать. А когда мы играли, мы вообще об этом не думали. Мы такие, ну ладно, вырежут. А нет, не вырезали. Так что получается, то есть сейчас на сцене интернет, что у нас сидят 10 человек, и они будут играть вместе в доту, и то, что они говорят, будет записано, ну не записано, просто показано. То есть это использовано против вас. Мини-трусайт, получается, мы сейчас смотрим. Макси трусайт, потому что без монтажа. Без монтажа, да. Нерафинированный мат. Получается, все-таки зрителям очень сильно повезло. Так, я это и сказал, что не разбегайтесь. Тут сейчас будет самое интересное твориться. Потому что запись можете не найти просто потом. Я думаю, было бы самое интересное, если им не сказали бы, что их записывали. Вот это, наверное, был бы самый сок. Канал был бы забанен до старта игры. Вот они только входят первый человек. Запускать на канал дилей в минуту, чтобы человек сидел и запикивался. Это было в другой дисциплине, так делали примерно, практически похоже. Это когда в Counter-Strike играли шоу-матч Na'Vi 2010 и Na'Vi 2020. И там как раз такая была ситуация, что сидел режиссер, мониторил с дилеем небольшим этот звук, а потом выводил его в эфир так и состыковывал его так, что он был как бы в лайве для зрителей. И это было прикольно, и это как раз-таки вот вероятность какого-то бана, какого-то нечаянно плохого словечка и убирал. Знаете, в чем фишка? Вот после вот этих последних правил нововведений Твича, когда запретили использовать определенные слова. Ну, у нас, по сути, там много стримеров сидит, ну, люди, которые иногда стримят, вот, и если они не используют это в своих стримах, чаще всего ты, ну, отвыкаешь это использовать в реальной жизни. Да, 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 я об этом же. Не скажи. Нет, я могу точно. Я компенсирую максимально. Ну, не знаю. А ты часто стримишь? Про что именно говоришь? Ну, бывает, постримливаю. Ну, компенсирую. Ну, как будто я... А мне что-то запретили. Запретили? Ага. Я такой, ну тогда получайте вне этого. Ну вот от какого слова ты не можешь никак отказаться? И... Ребята, у нас тут играют люди культурные, воспитанные, они не ругаются в жизни, они не ругаются в игре, и сейчас они не разочаруют своих фанатов. Хотя, если честно, я думаю, что будет полностью обратная ситуация. Да, но ты говоришь сейчас про людей, а не про дотеров. Вот это я не учла, да. С дотерами несколько сложнее. А если бы не запрещали какие-то определенные слова, вот, кстати, да, то, возможно, как бы я бы и повзрослел бы и перестал бы их употреблять, но мне их запрещают. Это юношеский максимализм, да? Да, да, я молодой. Я дебил, получается. Ну, вот, Даша, вот то, что ты озвучила, вот я ссылался на этой мысли, когда слышал интервью Торонто, что, ну, изначально у меня было, ну, я думаю, у многих, кто играет в паблике, HighMMR, такое специфическое отношение к этому человеку, потому что он, ну, бывает, там, может где-то подруинить, сказать что-то лишнее в чат. Но когда видишь, что человек вне рамок доты, вернее, вне рамок паблика, где ты, ну, у тебя немного другие цели, то он, ну, в принципе, нормальный, адекватный человек, который... Это ты на кого намекаешь? В смысле? Ну, что, типа, в интернете человек может быть одним, не, я не намекаю, а в команде другим? Я про другое, я говорю про то, что... Ну, я про, конкретно про ситуацию с Торонто.
Ой, да ладно, сколько раз было с любым проигроком ситуация, когда кто-то пытался специально развести его на эмоции, или это происходило как-то так, но кто-то это задетектил, а потом из этого пытались раздуть историю, но вполне очевидно, что компетитив игра на сцене где-нибудь или просто в рамках официального турнира, и папчик — это другое. И у меня все время складывалось ощущение, что чем выше рейтинг, тем сложнее начинается игра. Быть психически стабильным. Ну, и психически стабильным, и тем больше тебя именно от людей зависит что-то, а не от того, как ты сам что-то делаешь в доте, и как другие люди что-то конкретно в доте делают. Вот это вот психологическое давление, что ли, усиливается. Но дальше, чем выше, тем больше разговоров о том, каких-нибудь игроках, которые шмотки сломали, что-то умулеть стали. На наших обычных... Люди ценят свое время просто, знаешь, как бы, зачем тратить время на проигрышную игру? На зачем? Наших пацанских 3К ММР такого не бывает. На ваших пацанских? Да. А девчонские где ММР, по-твоему? Там же. На 4К мужики уже играют. Мне кажется, тут фишка в том, что цели разные. Когда ты заходишь поиграть на 3К, ты, скорее всего, заходишь как раз-таки больше потратить время, чем выйти в топ-50 мира, чтобы попасть в команду. Ну, условно. Ну, это же Dota. В первую очередь Dota должна, хотя бы раньше как было, Dota была в первую очередь командная игра, где ты заходишь с пацанами и пытаешься получить удовольствие. Так что почему бы его не получать, правильно? Не у всех 99.9% людей Dota и остается таковой. Да, да. Хотя, она и нужна. Хотя почему-то ребята там и на 5, 6, 7 ведут себя, как будто это у них только что брали интервью. Это на самом деле обычная история. Постоянно, когда там играю с фейкой, где закидывают немного рейтинг пониже, там где ранг 1500, 1000, 2000. И там обычно люди на самом деле больше стараются, чем когда у тебя играет топ-20. Топ-30. Топ-20 у тебя приходит, дважды умирает на линии и говорит, у меня пятерка не умеет играть доту и становится АФК. А на топ-1000 человек будет пытаться максимум сделать, потому что он зашел в эту игру не для того, чтобы идти АФК. Ну, к тысяче, немножко ниже. Там я к тому, что есть определенный ранг, где люди реально очень сильно стараются. И он на 3К, как мы уже видели. Да. Так, походу свадьба идет полным ходом, как мы уже выяснили. Так, судя по всему, у нас сейчас все это дело будет начинаться. И настало время переходить к звуку из кабинок. Да, я понял, хорошо. Мы с короной покупаем, алло. Да, точно, мы с короной. Блять. Так, ребята. Руинеры, ребята. Все на короне? Да. Я не знаю, что вам говорить. Через 3 минуты самая важная схватка за всю нашу профессиональную жизнь. Сегодня решится все. А там что у них какой-то Клок, Акс, там какие-то супергерои у них. Это пиздец какой-то. Это сейчас 0.40. Все, я полетел, мне похуй. Куда? Лавэш. 3 секунды, Ромыч, готов? Подожди. Поехали. Так, ребят, палки пока у меня нет на тине, конечно, но копье есть. Так идем убивать, ребята, у нас же фюзблат вообще нереальный. Сюда, да? Или куда? Конечно, конечно. Давайте куда-то вообще в дебри забредем. Ребята, почему не типается, я не понимаю. Где наш Сан потерялся? Погнали. Серый игрок не типается. Я не хочу курьеров фейк в этой игре, у меня классный герой. Ребята, курьеров выводим, посерьезнее отношения, пожалуйста, к матчу. Ну, подождите. Так а что, меня сейчас ёбнут, тут идите ко мне. Помогите. Я ставлю оп-сервер ставлю, ребят. Ребята. Дань, первую третью. Ромыч, готов? А вторая еще плохо? Подветренная залетаю, погнали. 17 секунд, ребят, 17 секунд фразочки. Ты хочешь на сарже? А, ты про фразочку? Да, я готов. 17 секунд фразочки, ребят. Я готов. 11 секунд. Все готовы? Тип есть у всех? Я здесь, пошли. Да. Стоп, тип на раз, два, три. Раз, да. Два, три, тип. Ну, где тип? У меня... Да я сделал. А как нажать? Я так и сделал. Нажал. Ну ладно, для начала нормально. Для первой КВшки как бы нормально. На официалке будет уже по-другому. Они нас здесь. А вот он. Они что-то хотят. Ребята, у них сильно. Да куда у них там? Да я ему кину. Я на сурже. Да хуяри, что-то, ребята! Стянул! Джаггер забить по 1000! Джаггера! И вот этого! Давай! А кто умер? Подождите. Кто-то умер. Встаю, двоих! Я выхожу. Тыкаем, давайте 40, в одного. 45 секунд. Ждем. Я как раз Хускара хотел поменять, так что все нормально. Каждый сам за себя. Нормально, ребят, нормально. Я не хочу менять героя, мне кайфово. О, у меня Дум, кстати. Так, идем, будешь фармить, я тебя цепорчу. А я на Думе, подожди, у меня спид герой почему-то.
Пока что. Пока туда ставим. Линию ломаем, Серега. Давай. Так, хорошо, я тебя. У тебя еще лучший герой под меня, понял? Я ни раз ногам не играл. Нормально. Так, все нормально. Теперь поаккуратнее, ребят, надо как бы проигрываем по делам уже. А, я понял, тут моих настроек нет. Мы всех нахуярили там. А что мы собирались покупать? Вы помните? Не знаю, я фейзы собираю. Корону экстра? Я ПТ. Слышишь, блядь, Синдри на клоке играет, да? Который 25 левел клок. Его надо убить разочек. Да как это? Парни, я только что такое увидел на линии. Ребята, меня гангают! Сань, ты пули? Ребята! Я туда поставил. Что происходит? Нам нужен смог. Давай бросим линию, пойдем тоже миди убьем. Меня что тут делать? Чего они Данилу обижают нашего? Да не, пошел. А где мисы были, ребятки? Так не было мисов, все нормально. Так, ладно, Сань, я могу с ним один в один постоять, если что. Давай, давай, братиш. Я качаюсь пока. Я на эксперт. К вам наверх, видите, идут по варду? Вижу. Здорово. Главное, это информация. Принимаем здесь, да? Не, мы не принимаем. У меня ничего нет, Серега. Нормально, Саша. Красиво делаем. Можем ему навалить что-то рэпу, смотри. Курьер есть. Ну ладно, давай, я тогда. Оранжевичка пока. Ладно, я на стекушах пока. Давай, работаем. Он тут за мной гонится, слышишь? Вот тут стоит. Парни, у нас на варне челы просто что-то хотят в топе. Можете... Я меда сделаю. Можете внизу линию развалить сильно? Ну там блок, его нет смысла, что его? Мы можем. Курьер сил тьмы. Я ему курицу ебну. Иду. Нападаю в топе! Все нормально. Все нормально. Вообще, Леон много, может... Инфы много, ребята. Леон может быть свободен, если честно. Ну я пулю тебе. Где мой Леон? Леон? Я к тебе. Хочешь, я захамую, Данила? Прямо сейчас. Да мне помощь не нужна. Давай убьем. Данила справится и так. Знаешь что? Ладно, я фейзы делаю. Без медасов пока. Ром. Да, даю. Сейчас, подожди. Смотри, земля будет Тарас, Саша. Можем как бы объяснить ему, кто здесь. Ага. Мне срочно нужна мотивационная речь, потому что нет. Через 3 минуты самая важная битва в нашей жизни. Сань, по-моему, тебя разбил. Да не, он молодой еще. Ну как сказать? Серега, не запулили, нападать хотят опять. Смотри, давай, сейчас. Ребятки, убьем. Акс ушел. Давай. Акс ушел. Я себе пока дал. Я заканчиваю. Идет нормально, да. Ну я пошел. Давай. Установка по кайфу. Давай, братиш. Тебе там курица едет аккуратно. Курица нормально. Что у вас на топе там? Любовь какая-то? У нас тут подпивастик. На земле. Пить давай, Серег. Нормальный герой, может, получишь. Давай. О, Бетик, нормально. Все, погнали. Парни, соберитесь. Мы его узнаем. Все нормально. Ребята, хорошо. Я качаюсь. Это самая важная схватка за всю нашу профессиональную жизнь. Карьеру. Сегодня решится все. Либо мы снова команда. Либо мы пошли... Либо что мы? Что мы? Все, заряжаю. Не, так, у меня вообще увлекательный геймплей. Ты их зонь пока. Ну стой туда снизу, я пошел на топ к ним. Геймплей увлекательный очень, с Ситроеном тут стоим чисто. Я ТП-шусь на топ, ребят, поехали. Качайся, Лех. Я, правда, второго уровня. Ну, Наш. На меня нападают, ТП стоит. Не, все, забейте. Потяну. Акса не вижу давно, ребят, он задумал что-то. Они играют. Они на ММР играют. Опа, у меня худо. Хорошо! Так, сюда, молодого. Он испугался! Спамим, да? Такой риза, нам 5 вопросов надо было. Спамим? Все хорошо, ребят. Фразу, собрались. Погнали. Нет, я КД. Я недорожденный, и я не проигрываю мид. Никогда. А я не могу, у меня КД. Ребят, ну 0-2 уже выступаем как-то. Не знаю, я своего оттрахал. Что ты сделал? Ну, выиграл его. Понял. Победил. Я никогда не проигрываю, ребят. Ну, все. Обсуждаю, Саша, обсуждаю. Так обсуждаем, давайте обсудим. Давайте, почему мы проигрываем? Пока нам не выпали правильные герои. Слушай, давайте... из короны реально можно собрать просто все, что угодно вообще на этой планете. Смотрите, ситуация следующая. Я купил себе коготь. Пока догон. Пока он летел ко мне в курьере, я умер. Когтя больше нет. Да вон он у тебя в стэше лежит. А как ты умер? А у меня не показывает. Да нормально, он будет. Тебе Синдерен? Да я трое. Его Эфи. Тебе Синдермен? Да его Эфи прижарило. Ой, это тип. А, это Инсения тип. Ну ладно, тоже нормально. Синдерен, Инсения и Эфи, да. На троих. Так Эфи смотри, он уже со смоками. Троилс Нилсон, что там у тебя? Троилс Нилсон тебя ласкает. Ладно. Шепчет тебе. Просто если мы ему не убьем клока, то ну, мы никогда его не убьем.
Убьем. У меня, кстати, есть Эндрен Мутя. Так, ребятки, давайте их Пайтоном разберемся. Пайтоном разберемся, чтобы мы как команда все-таки действовали. Я догонов. Хуярю, да. Пять догонов. Я беру ПТ. И в одного жмем! Да, да, да. Идеально. ПТ и догон? Еще медасик бы неплохо. Вопрос, доживем ли? Парни, что мы надрафтили? Honestly, I'm really impressed. Так, смотрите, как бы, во-первых, посерьезнее надо, да? Во-вторых, барабаны, вейл, форстав, кейп, мека. Я думаю, опять догонов получу. Так, подожди, вы все эфины, значит, фразы все купили, а мои никто не купил, правильно я понимаю? У меня вот ваши все есть. Я не успел. Я приду в номер, куплю сразу. Все, хорошо. Так Санек, я только искал тебя. Не, ну ты самую важную выполнил миссию, это, ну, все правильно. То, что нужно было, ты купил. Так, а у Дани-то у нас нормально все, если что, на миде. Левел 5, если здоровый, здоровяк. Ребятки, от меня ушел Акс в лес, и он не выходил. Я думаю, он уже левел 6. Короче, я Худвинг, я лечу в топ драться. Я не хочу в бот. А что у него 1-0-3 на Аксе? Ты Худвинг? Там показывает каким-то героем? На руне подрался. И. Так давай все вместе в топе. У меня вторые щиты уже есть, мы можем тут... Ну вообще, нам надо наша цель убивать, килы делать. Так я вот тыпнулся на топ, сделал киллыч сразу же. Предлагаю где-то минуты до 6 набрать уровни, а потом просто бегать без остановки и уничтожать. Надо 6 уровни. Это отличный кол от мидера, ребят. Все слушаем и делаем, да? Верим в идею в общую. Верим в идею. Погнали. Потом на реплее посмотрим, разберемся, что не так. Honestly, а они, смотри, они никто за нее не вписывается. Никто не вписывается, реально. Honestly, I'm really impressed. Они просто свои фразочки спамят. Нехорошо. Все, я на паузу. Мне поебать. Работай. Так. Пацаны, без шуток, давайте в боте прямо сейчас накажем молодежь. У меня нет ресов нет. Да кол же был, Леха, качаемся до 6. Сейчас приду, сейчас приду. Хорошо, я делаю ТП бот, Если я умираю, я ливаю и ухожу. Я помогу сейчас. Нет, стоп, гоу Акса убьем. Мне коготь, а где мой коготь, Саша? Ты говорил, коготь видел где-то мой. У тебя в стэше. У меня нету, Саня, когтя. Саня, блядь! Я иду. Данил, я иду, настакивай. Давай, настакивай. О, у меня морфлинг на линии. Ребят, я если умираю, я ливу, я говорил уже. Ну, дружок! Нападай! А шо ты такие? А куда? Давай, я разбиваю, разбиваю. I cannot play. They're screaming way too much. В смысле? Да мы тихонечко. This is insane. Can you speak a bit? Привет, Рома, как дела? A bit lower? Thank you. Рома, yeah, like completely turnable. Рома, thank you. Completely now it's turnable. Ой. А, все, мне сапог приехал. Поехали. Ребят, на меня нападали. Есть мы телепорты? Мы его тоже можем забрать. Телепорты есть, ребят? Не, нас отхуярили. Мы убили Акса. Вообще, резов мало. Спасай. Да. Сейчас стан будет. Очень приятно, конечно, иметь с вами. Санечек, сори. Я бруда, нет! Я не знаю, что делать магией. Ребят, Силкинбола побежала, блядь. Короче, смотрите, если ты умираешь, а шмотки в курьере, то они все пропадают. Серьезно? Да. Сори тогда. Просто держи в курсе, чтобы узнали. Теперь мы знаем. Да. И можно убить Эфи, пожалуйста, со мной в боте? Я иду, иду. Хотя у меня ресов нет, Лёх, я бы прилетел. Я ей кину орех. Орех. Стоп, а что ты заразил? Лёха, два ореха будет? А что мы ему сделаем? А что мы его? Давай мы как-то его туда, вот сюда. А что это такое? А если я ему орех? А похер, я тоже лечу, ребят. Давай. Все вместе. Что это за... Сюда, иди, БЖ! А Митя, что такое? Ребята! СВГР, я лечу, Даня, спасать! Спасай Данилу! Я смаканул! Сашенька, солнышко. А? Катим! Дай покачаться, Сашенька. Ну-ка, настакиваю я дулю! Давай! Ладно, я побежал, Лёх, давай. Давай. А где мана кончилась? Ромбруда. Я смог? Ромбруда. Испугался смоки ножа. Я боюсь покупать айтемы. Я заберу. Пойдем сюда. Бери. Да. Бери, Дань. Ребята, здорово играем, здорово все делаем. Продолжаем в том же духе. Давайте, играем пока. Опа! Эфи! Поехали в атаку! Давай, кусай ее, кусай. Да, я тоже хочу кусать ее. Оп! Иди сюда, покусаем ее вместе! Иди сюда! А Ситроен. А ты ей кинешь эту самую как-то? А я кинул Ситроену сейчас, смотри, мне на ротан тут кидают. Алло! Алло! Алло, блядь! Шурик, давай! Шурик! Нормально, и этого, и вот этого!
Ребят, что-то не, у меня не пропали, кстати, шмоты. Ребята... Мы просто не как команда играем. Ресурсов ребят. Нет, ресурсов. Ребят, я все, ребят. Так а что все, мы же договорились пойти их там это самое. Туда-сюда. Вот ребят, ладно, все. У меня третьи щиты, все, можем да, начинать бегать. Шестая минута, заряжаем ресурсы, ребят, я с вами. Так а где наша Данила? Как обещали, все, я хилис, поехали. Бля, наступай, киданули, пацаны. Так, ладно, ребят. Стики возьмите, ребят, очень надо. Стики палочку. Ладно, фею, фею в боте, фею. Теперь я новый мидер, у меня когда ТП не могу. Я сейчас прилечу вниз. А так он что левела? Наш же не мидер, наш мидер. Серджио, ты готов? Да. Оттарабаним? Что это за перчатка у тебя? Я четвертый. Что за перчатка? На пауэртрец. Серджио, на пауэртрец. Что-то приколы какие-то надо. Ребятки, лечу. У меня смоки будут. А, так там морф что-то они себе напридумывали себе лишнего. А, меня гангают! Вот она! Сюда! Я бегу. Данилу. Я Тайтхан. Здорово. Это наш, это домашний, это домашний. Здорово. Это чисто клоун, петушок. Опа. Обсуждаем. Обсуждаешь? Обсуждаю. Так, восьмая руна, ребят. Сейчас на ганг на руне сделаем, да? Все вместе. У меня смоки есть, если надо. Парни, я Тайтхантер, у меня есть рейвич. На меня нападают. Погнали. Бежим. Сейчас ТП-шность, через 5 секунд ТП-шность. Вот сюда нападай! Ой-ой-ой! Беги, хил! У меня нет спрога, разбиваем. Выходим. У меня есть ревоч, я лечу. Деремся. Они уже проиграли. Я бегу к вам, команда. Надо подцепить надо. Аркордена. Лови! Аркордена! Лови его! Да, Саша, конечно, прорезался. Нормально. Я что-то... Спрятал! Даю тайминг нереальный, смотри, жесткий. Хлопа сзади хлопа. Даже у меня так не получается. Он без этого, он без ульты. Без ульты он. Давай. Сюда идем за Ромой. Рома, веди! Погнали! Здесь вар стоит. Они, по-моему, убегают. Да похер на варе. Лешака? Любого. Рома, нажми ультимейт. Подсвечу, Роман. Показываю. Пока кайтят. А может попушат? Где они? Xbox, хочешь вышли? Мы гангаем. Да, конечно, братья. Ребята, вот там, посмотри, он качается на морфе, он потеет. Ребят. Так он умрет просто. Все, я пошел тогда. Я тогда пойду побазарю с ним. Пойди побазарю с ним. А как? Мне хочется рейвич реализовать. Так давай види реализуем. Я пошел на стаке фармить. А, блин. Данила, смотри. Верхнюю башню. А у него вард, походу, какой-то тоже стоит. Да, у них на верхней... О, что это такое? Иду, ультимейт на него нажимать. Я зацепил. Не, что-то говном попахивает, ребят. Так, мужички. Давай, работаем. Отработали. Здорово, и этого, и того, и вот этого. Морфа, что-то есть какие-то приколы? Чуть-чуть бэк. А вот что, меня пощадите? Он перекачку нажал. Живет, я живу! Живет, Даня, супер. Я их зазонил, все нормально. Крубить! Как же я испугался. Так, петушок без ультимейта вот этот. Да я с ультой нормально все. Все, я пошел качаться, я ревич реализовал, я молодец. Я тоже с ультой. Так, а что, я книжку забираю сразу, предупреждаю. О, давай. Что, я вообще... Дань, мы все, мы оба видели. Качайся. По карте играем. Все пропали, ребят. Да. Нужно как-то следить за этим. В топе выходят. Эвакуация. Ромченко, отдыхаешь? Ага, нормально, да. Двигаюсь. Продолжаю движение. Ну наш. Погнали. О, нормально. У меня 16-ка. Справа воет. У них сфера есть. А морфа что-то есть? Приколы какие-то? Приколы морфа какие-то? Лечу, ребят, помогать лечу, сейвить буду. Живи, Ром, чуть-чуть. Ну, вообще можем. Нормально. Морфа есть что-то? Тут снизу зависло. Ладно, выходим. Не, он какой-то неуязвимый, ребят, на самом деле. Бля, сферу реализовали. А кто у нас неуязвимый? Даня, давай вдвоем, двоечка. Ты куда убежал? Давай, что тут? Да ресурсов маловато. Иди сюда. Так ты, тут же не тот самый, надо... Подспрятать что-то есть какие-то приколдески? Нету, да? Они его охраняют тут. Может, какую-то быстренько этот... Это разворот того? После пачки. А вниз будет телепорт от кого-то? Не, да, не я будет. Делаю. Вниз кто-то будет? Не будет. Я здесь, с тобой. Летит к тебе. Я бегу пешком. Так, ну видишь, тут нари какие. Кстати, я тебя это, подмазал. Лех, погнали. А куда ты? Так мы любого убьем. Я бота поделаю. Давайте, петушка убили уже. Да я жив. Все в порядке. Хорош, бро. Я могу покойл поймать. Давай, окей, бегу мид. Давай, Даня, на него нападай, я с подветренной уже захожу. Пошли вниз заберем. Готовы на него? Да. Давай, только я подхожу. А будет дизрапшн или что-то? А, да, будет. Давай, под меня, прячь. Трек идет, трек, ребята!
И этого тоже. Я дал Сайленс. А у него Сайленс, Сайленс, это ребята, невероятно. Он меня что-то хочет. Ребята. А нету, нету вообще ничего. Ребята. Кончилась мана. Иду, иду, нам надо... Котла, котла, котла. Отлично, отлично. Здорово, здорово, спуль, здорово, спуль, здорово, мое. Санечек, живи. Живу, живу, пока не хочется. Этого. Это борщ, это борщ. Это борщ. Кому маны, даю, не, даю. Не, подожди. На меди наш, да? Так, мне надо нарядиться. Это мое, это без обид. Сейчас руны будут, можем за руну повоевать? Очень надо, очень надо. Заберите. Так, я с базы. Вот стаки. Готов смоукап, мужики, смоукап интересует? Да, меня интересует. Только на ботл рефил, Лёх. И мне тоже. Не, у меня ТП КД вроде. И руну забрать. Я вам зарефилю. Оп, центральную башню. Так, у кого что есть? Меди рефилишь? Койл, да, сюрикен, да, можешь, да, кинуть, пойти, Серёг? Куда? Давайте... В тимбера надо кинуть. Сразу после рефила просто я пойду спрячу чувака. Дабл рефил, два сода. Ребят, фразочка. Раз, два, три. Honestly, I'm really impressed. Honestly, все, really impressed. Это не та, да. Это Данила. Ребят, я боти, боти. Они хотят пушить, хотят открыть карту. Можете помочь? Смоки, смоки, смоки. Ребята, меня сейчас будут давить. Аккуратно, я не могу туда. Я готов, я готов. А как же они все пропали? Я иду. Меня не будет, меня нет ТП. Смотрите, чтоб на перепяшке вас. Ой-ой-ой-ой! Бежать! Осторожно, осторожно. У меня нет ТП, ребят. Они все тут. В смоках каких-то. Так, у них Шакора, мы на тайминге, парни. Мы на тайминге. Я иду, гоу, их там это самое. Гоу, вот этого, того. Туда-сюда. Нам очень надо, чтобы пак выжил, чтобы... Вот эту кастрюлю, можем нормально ему сделать? Вот это вот. Смотри, он хочет. Ребят, поймал. О, найс. Это все, это мое. А, счастливо. О, Марфа. О, Данила. Данилочка! Оставляй. Под ракетку, ракета вторая. Куда же он лезет? Отлично! Это борщ! Я почти с догоном. Это борщ! У нас Серега качается, все нормально. Я очень хочу оторобанить. Наверх двое летят, двое наверх. Кастрюлю оторобанить поехали? Очень хочу оторобанить. Распилить на двоих? Да, подходи. Поехали. Ребят, фразочка. Раз, два, три. Идем тарабанить. Если вдруг не получается, ну, так фразочку, то я ее собственным изображением. Ух ты, Аркейн Ринг интересует? Держите подарок. Greetings! Так, я чувствую, что меня сейчас гангать пойдут. У меня есть такое предчувствие. Так, а что собираю? А, боковой... Ребята, я... Мити, ТП делаю! Помочь! Лечу! Приколы какие-то! Оторобанил кастрюлю. Я не успел на базу зайти. О, я Сларк. Кастрюля тебя, получается, что какие-то тарабанили, да? Так, ну... Ой, мы фидим! Я подбираю ДТ. А кастрюлю можем? 20 секунд у меня. Я все дал. Кастрюлю, бараш, каешь. Здорово. По треками, хорошо. Отлично! Это вот находится, я поймаю. Нет, это Сашенька! Не поймаю. Нормально, в другой раз, Сань. Главное, не расстраивайся. Ну, первый раз не у всех получается. Ребята, у Санечки есть смог, мы можем использовать. Парень, там Сендермен в этом. Ребят, кастрюлю оторобанили, предлагаю Синдерена тебе. Есть приколы какие-то? Да. Прыгай. Так, а шо? О! Догон? Далёк, хорошо! Хорошечно! Домашний! Так, а я... Парень, надо нейтралочки выбить, Ребята, подмит можем? Подмит плей сделать шикарный какой-то, роскошный. Даня, Данечка, я бегу! Подмит какую-то, красоту какую-то намутим. Я тоже бегу под мид. Ой, ребята, пристал! А я же вайпер! Давай, иди сразу же на него. Какая же я скотиняка тупо. Там посмотри на Свене, чтоб потеет, посмотри, 10-й левела. Сейчас отравлю его. Да не качается, они просто АФК качаются. Подхожу. Это наш. Это наш. Хорошо. Сержио, здорово, грамотно. Подкату в мид делаем, выход. Баунти, идем забираем. Пятый выхожу. Акаша, смотри. Акаша. Койл пока КД, ребята. А, не, он на очке. Ребята, все, как команда. Миди, вот здесь герой. Видел. Саня, зацепишь? Да ты я ни на что не намекал, там, по-моему... 8 секунд. О, птички. Нам пизда. Здесь, парни, есть помощь? Шекер летит, осторожно. Шекер? Я подхожу. А что, го драться, Даня, дерись. Данечка, дерись, Данила! И этого. Надо Свена! Здорово, все здорово. Играем. Это здорово! Серегу задаем, Серега, задаем! Нет, это треки наши, это бабки! Не трогать Серегу! Не надо. Серега, и двор! А как полечить теперь? Не трогайте Серегу! Я в топ, ребята. Спасся. Серегу не трогайте. Ребят, я под смоком ловушку делаю. Парни, мы сейчас на Игнате. Смотрите! Давай. Сейчас отравлю ее! Я иду! Аккуратненько с ней, не трави ее.
Хорошая. Ребят, я накачиваю вообще. На расслабочке у меня тут нормально. Гоу, я убьем. Я сейчас на это прилечу. Сейчас как? Я бы пошел поворвал бы. О, меня видно было, меня видно было. Думаешь, по тауэрам стоит? Да, 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 да. На аванпост лечу, ребят. Потом перехват на эту. Надо фантомочку найти. Они что-то знают, они что-то знают. А я готов к вам. А я готов подключиться чисто. Поехали? Движуху Пепси. Вот это давай. Я бегу. Меня видно, правда? Мужики. Я иду и игну. Игнат будет. Ты его засолишь. А я иду на копу. Давай. Я нужен? Меня спрятали. Да, нужен. А некуда ты пойдешь, ребят. На аванпост. Я занят. Серега, не фить только. Санёчек, беги! Помогите Саньку! Идем. Так, я лечу, ребят. Саша, живи! Ой-ой-ой, задула такая. Ребята. Я Игната дал. Дайте Блудлаз, дай. Сейчас, я стан, да? Сейчас побазарим. А ну-ка, Серега, выскакиваем. Что это такое? А ну погнали еще. Погнали. Цепанул. А есть что-то? Статик Сторм! Я Игната дал. Ребят, я все. Да, я тоже. О, я снайпер. Мы, походу, все. Ребятки, я лечу! Меня оставили! Так, а нам надо... Я на спектре, я качаться. А что делать? Они решительно настроены. Что делать-то дальше? Же сейчас будет вард стоит, смотри, может кто-то. Давайте вместе, надо драться. У нас БХ, год драться, без качу. Парни, 18 секунд. Здесь они. Это с армлетом, Рубик с армлетом. А еще делать? Тебе видно, Серега. Там Оракл, ребят, там не все так просто. А сейчас отжарим. Засосайте волками. Да, у меня не такие волки. Здесь центры. Какие у тебя волки? Волк 2. Они с пятером. Так и говорю, гостакнемся пятером. Подождите. О, вот они. Подождите нас. Ждем. У меня КДТП. Ждем. Нам нужно убить этого самого. Так. Оракла. Оракла, да, важно. Подождите, выйдите, они зажаты. Нам надо найти Оракла с Баунти Хантером или Каном, его взорвать. Я тушу мид и подойду к вам. Чуть-чуть подождите. Я хаунт вам дам, вы увидите Оракла. Здорово. Они зажались. Я даю хаунт. Я нажал ульт. По Ораку работаем, ребят, по Ораку. Я зарещал, гав. Серегу убили, да? Да, пофиг. У нас тут ОД лоу хпшный здесь. Нормально. Оракла надо добивать. А мы не добьем. Он сейчас выживет. Надо добивать. Что-то есть прикол деса? У меня ульт. Иду. У меня будет ульт. Стрельнул. Там очень много хп. Ага, ребят. Надо выйти. Байте под шрапнель. Байте, дерись, что ты? Хорошо. Убьем. А я что? Я дам. Первый скал будет. Кстати. Хорош. Ой. Чуть-чуть. Ребят, что там делать? Дам сам. Убить. Я волком грызу! Ребят, хорошо. И дальше! Да. Больше! Ультлы! Поздно. Клоус. Фуранаш. Ребята, у нас глобал стратегия! Фурион! Да, Фурион! И аппарат! И инспектора! А, Фурион, Зевс аппарат у нас, лул! Это борщ, ребята! Давайте в топе сразу! Сетап какой-то! Плей, Фурион, смотри! Лоу хп тавр! Один хит! Я сейчас запущу ульт топ. Нормально, играем. А как где у нас? У нас нет кэрри, у нас все какие-то. Я кэрри. У меня БКП, я кэрри. Давай. Верхняя башня сил. Все нормально, ребят. Разрушена. То, что тренировали, то и показываем в официалке. Поехали. Есть смокич. Ошибки после игры обсудим. Смокич на ганг. Прикинь! Ребят, у меня есть план. Забирай. Еще сейчас будет одна. А может смок? Еще сейчас будет одна. Есть смок? Хосты снизу. У кого-нибудь. У меня ульта есть. Знаете, подойди, хвост. Госмок. Сюда. Быстрее. Смотрите, они в смоки! Они в смоки! Помогите! Сюда. Смоки, парни, смоки. В мид. Help! В мид выходим. Help! Я со второй ультой, ребят, помогу. Я все, счастливо. А где-то в БКБ твой идут. БКБ не долетел. Не очень. Да, помог сильно. Живи, Ромка! Нормально. Помогите! Кто-нибудь! Маны просто нет, блин, этот медас, конечно. Все жестко. Разворачивайте. Смотрите, стоп, а можем перестать фармить? Гоу убивайте, 15 киллов. Поехали. Да. Так, ждите меня, прилечу. Надо подсобрать раму, сейчас очень важно. У нас смоки есть, догоны. У кого-то есть? Так, ладно. Смок есть. Не те герои попадают. Смок есть, гоу выйдем вниз сразу сейчас. Убьем припов, выйдем вниз. 13 секунд. Короче, надо убить плотничка. Это Слардар либо Андерлорд, чтобы... Ждем. Так Серег, мы надо, втроем, чтобы ты, Серег. Надо, чтобы ты запер кого-то, и мы как бы все вместе, ну... Опа-па-па-па! Вот же! Смоке! То, что надо! Гобл, ребят!
А я сзади, я в спине у них, куда драться? Остальных. Сардарчика забрали. А теперь можно Орка. Андера. Он улетает. Орка, добейте. Добью, наверное. Да, не, наверное, точно. Ага. Все, ее бросили. Хорошо. И БКБ у меня есть. Отлично. Жестко играем, жестко. Так, смотрите, им нужно 12. А там девочка, надо убить снизу. Нам гем срочно нужен. Вот здесь он пойдет ставить миды. Со мной кто-то. Лех, я с тобой, я с тобой. А я иду светить гашечками. Он сейчас тут уже где-то что-то заставил. Застава? Да, что-то... А таунты не работают. Ребят, фразочка. Вот здесь он стоит. Парни, сентри. Я тащу сентри. А где он? Мне кажется, это псы. Они нас видели. Мы нас собрались, и мы... А вы что, тоже варды ставите? Есть маки? Ну он мувался сюда, он не мог выйти. Вон он, ТП отдал. Но он где-то что-то поставил. А можем отсюда смог сделать? Не, ребят, я на базу, у меня маны нет. У меня даже смока нет. О, так, штучка ладно. Прикольная. Сейчас будет, знаете что, за игру сейчас будет пиздилка. Ну, кстати, следующий файт, кто выиграет, по идее, выиграет игру. Это правда. Чувствую, как забафали Зевса жестко. 11-11, ребят, собрались, позицию встали, ну крепко, серьезное лицо сделали, все приготовились, палец положили на артефакты, ну. На артефакты положили. Все, жестко, стоим. Оп, в центре стоим. Мы сейчас взорвемся на Течесе. Блин, на туре, кстати. Он Рошана минирует, я думаю. Так, ладно, пойдем, тогда там не стоим. А, там Рики еще. У меня нет бабок. У меня есть сентри. Ну, потихонечку передвигаемся по сентрям. Вы настолько боитесь, да, Течеса? Вон они, вон они. А ну-ка пойдем, а ну-ка побазарим. Давай. Ребят, бэклайн. Смотри, хорошая. Первый пошел. А я бачу с БКБ. Я в них побежал. Помогите. Второй пошел. Куда? Ой, какое яйцо удалось схватить! Ой! Сюда! Форс? Нет, КД. Догон есть, форса нет. Ух ты, а как он так делает? Поймали. А как он нам его? Надо найти его. А просветилочку. Просветилочка. Вот они, просветилочки. Лови! За хвост! До конца! Ребят, до конца. А они без баев. Добить! Убей! Этого тоже! Вот этого! И этого! И этого! Гоним, он наш! Поймаю! Здорово все! Не ныть! Нормально, поехали! Ой! До конца! Отлично! А кто летит? Ападон! Помогите! Саня, нет! Ладно, я без мастер. Новый. Штон, ТП аут! Штон летит! Балана, ночь потратил! Типы! Нет, уже нет типов. Тогда фразочку. Тогда фразочку. У меня есть, ребята. Nice night. Подожди. Ну это анманер, конечно. Так, короче, я сейчас с птицами, с кабанами, жарда, правда, нету, я с гемом. Только где он? А, он пропал. Ну и поебать. Обсуждаем. А у меня шедобайт есть, ребят. Так, ребят, у меня голем, я варлок. Что делаем? Стоп, а куда гем пропал? А там еще наш канал не забанили? Нам бы предупредили, я думаю. Так, смотрите, он до сих пор тут летает. Главное шторм, ребят. Ребят, шторм проблема. Я бачу с БКБ, вы бежите давай, ко мне, давай, вы бежите, давай. Я вниз даю ТП, бегите на меня, бегите. На смог. Я вниз даю, я никого не боюсь, я лечу вниз. Смог. Я лечу вниз, даю хил. Я лечу! Помогайте. Смог. Смотрите, я зашел. Виверна святой, осторожно. Давайте здесь маканемся. Смотри, мне нормально. На похер, он без супер. Чейзи. Смотрите, а что у него? Вивер здесь. Весь розовый был. А вот это что такое? Ребята, это что такое? Парни. Данило. Парни. Я накастовываю. А я блочу. Жестко играю. По шторму. Нет! По шторму, ребята! Работаем. Все в бандах будут. Все, яйцо наше. Ага. Здорово. Яйцо наше. Динаем наше яйцо. Блин, я не нажал. Да поверни, ребят, надо отработку поверни. Ребят, сдохли, проебали. Там Вивер убивает, Вивер убивает. Ребят, вы меня одного оставили? Сдохли, слэш проебали. А ты БКБ отмешь? Я жму БКБ только... Солинова. Какого ж Солинова, Ромочка? Они же меня Кабанчик работает. Солинова, Лёха! Сейчас! Ладно, у нас еще... Подождите, а у нас меньше жизни уже? А как нас так по это самое? Не, у нас нормально все. Нет, у нас 9 жизней. Я никого, никто не умрет больше в нашей команде. Яйцо не прикрыли. Я одинайл, если честно. Байбеки же еще есть, да, правильно? Если честно, я одинайл. Бля, ребят, яйцо было, его не прикрыли, блядь. Да. Что за хуйня, блядь? Тем больше, ребята, даже если у нас останется одна жизнь, мы вцепимся в этот дюйм зубами. Посмотрите на парня рядом с вами. Он готов. Есть этот дюйм. Слушайте, а мне шарт не прилетел. Я никогда в жизни на Эмбер не играл. Оно так работает. Если ты, короче, компами умираешь, курицу лучше оставить где-то. Ладно, я понял. Ребят,
смотрите, у нас 4 жизни, и у них 4 жизни. А, подождите, ответственность будет 3. Го, и 5 на 5. Фокусим Расту, слабенько. Расту и Верну. Вот эти Виверну вот, лучше. Подожди, подожди, лучше. Не умирай, Серега, выйди. Ремнант. Вивер с догоном. Ремнант, для тебя там улететь можно было. Ну ладно. В другой раз. Ребят, ждем Серегу. Ждем Серегу. Сейчас важно, парни, 3 жизни осталось. Не нафидить, главное. Осторожно. Да, ждем Серегу. Там Магнус с РПХ, я не знаю, Санечка, есть ли там Санечка, можно байтить, можно байтить на Саню. Подставляйся, я дам репел. Репел, дам все приколы. Давай, давай, не на очке, Саша. Не Саша, на очке, не на очке! Стоим, а, стоим. Плечом к плечу, Санечек. Ждите меня, ждите меня. 30 секунд. Не подставляйтесь только. Под есть га, есть Саня, репел 5. У меня есть ульта, все репел нормально. 5. У нас глиф, все четенько. Саня, ты первый идешь, ничего не бойся. Ничего не бойся. Саня, бойся, бойся, Саня. Надо здесь ульту поставить. У меня кулдаун телепорт 30 секунд. Ждем, ждем Серегу. Позиции стоим. У Магнуса блинк может быть, осторожно. У меня 25 секунд. Нет, там армалет, армалет был, не было блинка. Вот он срубил среди куриц. А вдруг он потный? Они все догоны, у них куча догонов. Смотрите, ребят. У них нет, это, у них здесь вард. Сейчас надо пошел. Вот такую штучку купить. Драка за игру, ребята! У меня нет ТП, ТП нет. Не похоже, ждем, не похоже. Ждем Серегу, ждем Серегу. Там он батон. Не, у нас здесь плохая драка. Давайте пойдем где-то их стянем в другую эрию. Смог. Мунлайт, мунлайт. Нету, нету, нету. Несу смог, несу смог. У них куча догонов, ребят. Да и у нас куча догонов. Стоп, не флудим, не флудим, ребята, игра решается. Ну что такое? На смог ко мне, стрейфанулись, все назад, быстро, бегом. Так, вот так вот обойдем, да? Или сейчас через разберемся, сейчас разберемся. Не, не, через верх. Там блинку Магнуса. Вообще без вивера, они без вивера. Блинку Магнуса. Все, через верх, до конца, ребята, до конца. Вот так вот. Магнуса без конца. А вот это что такое? Гни до конца. Во, во, раста, раста наши. Под РП не поставьте, все нормально. Под РП не поставьте. Я снимаю все, я снимаю. У него блинк, я же говорил! Help! Help! Давай! Дальше, дальше! Хили вас, хили вас. У меня БКБ, у меня БКБ, буду жить еще. Нажмите что-то в меня только. Хил, хил нажму. БКБ. До конца, до конца, до конца, Сашенька. Санечка! Ты вернулся! Серега, репел, Серега, въезжай, конкретно! Хорошо. Хилю, 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 хилю. Расту, расту добить, расту, расту. Стрела будет? Конечно, на! Нет. Нормально, нормально, нормально. Я похилю, я хилю. До конца, до конца, до конца, Дань. Похилил, похилил. Вивер, вивер, вивер. Давай вот это. Сюда. Фразочку, фразочку. Эфин. Опа. А где жизни? Ребят. Они сейчас резнутся и, по идее, проиграют или что? А, там надо до конца. Не все, не все герои у них. Да, нам нужно Виверну убить, чтобы ребят, до конца. Предлагаю ванвей. Не, у них сейчас резнутся. У них 5 жизней будет сейчас, ребят. У них сейчас резнутся все герои. Перезаряжаем наши способности, и не только. А что еще перезаряжаем, да? Стволы. Хорош. О, мне конец стола. У меня молоток. А молоток это не ствол? Молоток. Это вот такую штучку молоток. Не забудьте, ребят. Очень решит. Короче, я купил гем, но гем пропал. Без плохих новостей. У них ноль жизни. А, да, у них теперь всех, кого мы убиваем. Я и так справлюсь, играем дальше. Вместе. All good, perfect. Ребят, I don't know, actually. Да забей, ты нам не I think monitor is off. Honestly, I'm really impressed. Да можем без Дэнди. Да, да. Да, ребятки, я и так могу, я уже так играл. Да, честно, ну, как бы, импакт там без обид. Очень важный, поэтому ждем до конца. Ждем. MMR is just a number. Да, так у нас у Сереги пятый тупо догон. Ищи фразочку, ребят. Чисто ебашь с него. Фразочку, фразочку. Так у меня, понимаете, у меня сейчас этот самый... А, да, понимаю. Нормально. И мы можем просто влететь с двух ног. А, it's a restart? А, у него просто минус комп. Crashed? Who? Так они уже встали. Они уже не играют, они уже встали там. А, они наоборот, они заряжаются, но они на запаузе хотят. Серёг! Лёха, через 3 минуты самый важный файт в нашей жизни. Либо мы деремся как команда и побеждаем, либо дюйм за дюймом. Отдаем момент за моментом, и тогда конец. Мы в аду, джентльмены. Но я предлагаю вгрызться в этот дюйм зубами. Зубами! Мы будем таунт делать или нет? Ну, мы и так, я думаю, что фавориты явно. Там надо посмотреть. Кстати, а какой догон? Третий? Ну, сейчас может быть пятый уже. Давай, короче, кого выбираем? Любого тогда. Первого я кидаю догон, сразу закрываешь. Короче, в кого рипер летит, я в того кидаю. Да-да-да, мы все кидаем. Давайте рипер и все догоны туда. Я знаю даже кого, ребят. Не-не-не. Да, да, да. Как это нет? Ребят, давайте объективно. Давайте объективно. Сейчас Баратрум самый важный спиритбрейкер герой в их драфте. Да, само собой. Если он нас всех растолкает, то это будет конец. Если мы не дадим его рипер и в пятером не скинемся сейчас, да, это не дело. Нам всем конец, правильно? Да. Поэтому надо законтрить Баратрума, я считаю. И фразочку еще нажать.
О, мне тут президент звонил. Кто, президент? Да. И что он говорит? Не знаю, надо перезвонить. Благодарит нас за проделанную работу. Ребят, концентрацию не теряем. Вы видели, какой игрок стоит у Эфи? А то сразу за телефоны. На аватарке. Покажи. Жин Кью. Хороший выбор. У меня так-то тоже Жин Кью стоит. Да? Нет. Но теперь стоит. О, самое время посмотреть стрекан из 28 игр на Титане у Лёхи. 20, ну там на героя надо нажимать. Ребятки, а на каком я героя играл? Ага, а я вижу вот здесь лосс. Это пакет лосс. Пакет лосс, ну так лосс, собственно. Не знаю, что это, Ромыч, не понимаю, что это такое. Я заряжен. Я заряжен. Ребята, давайте пока скиллы проговорим какие-то, что они могут. Можете проветрить комнату кто-нибудь? Где Булк? Булк уже... Ты видел, что я на земле делал вначале? Я медленно катился и тупо вокруг чувака камня нахуй хуярил. Парни, фокус, фокус, фул фокус. Ребята, за игру сейчас, да? У них блэкхол. Давайте, смотрите, у них слип, у них блэкхол. Давайте Энигму зафокусим, потому что на позицию не теряем, ребята, позицию. Мы в аду, джентльмены. Это самое главное. Кто первый идет? Саня, иди первый. Саша, иди первый КД. Сашенька, подождите. Сколько секунд проговаривает булдаун? Ребятки, смотрите, показывай один раз. Хорошая. Разрывная. Го вот так, го вот сюда. Я позицию держу, я не знаю, что вы там делаете. Давай здесь стадим на треугольнике. Я фидить. Я фидить. Я фидить. У нас нет варда. Я фидить. Лёх, ну не фидить. Ребят, подождите, отстрелы играем, отстрелы. Да гол, блин, давай! Нет, это не то. Ребят, ну вы чё? Летит, смотрите, разрывная. А, там тоже что-то. Не стойте под слип. Нет! Ребята. Блять. Я собью. Га нету, га, КД, ребят. Ты обещал сбить! Да я не смог. Я выйду, давай! Серёха, я с тобой. Мужики, до конца! Умер, как герой, давай! Не сдаётся! Next! Серёх, репел 3, вот этого. Давай, тут был, я видел. Он тебя сейчас... Так, мы вдвоём, да? Вдвоём, надо выйти, Лёх. Не на очке. Или на очке. На очке. Бегите, глупцы! Ромарио, так, смотри, у нас треснутся трое. Если мы выходим сейчас, то все вообще четко. Я топал. Ты должен выжить, Лёха. Вышел! Хорош. Фух. Так, кого у нас? Тинкер, Андайн, Квиз, Помник. Да, я не появляюсь. Я не появляюсь. А если я байбек нажму? Ты можешь подсказывать, Ром. Ничего не изменилось. Ладно. Ребята. Счастливо. Сейчас будет самая важная драка за всю нашу профессиональную жизнь. Почему Универн до сих пор жива? Я думал, он уже пошел все будет самым. Сегодня решится все. Центральную башню сил света атакует. Чё? Конечно, гоу. Ромка, подскажи, есть чё? Что купить за 1000? Что купить за 1000? Профессийный игровец Данила. Что купить за 1000? Так, всё, я тренер. А, у нас тут нормальный золотой запас. Ребята, они не резнулись. 3-3, ребята. Я бегу, дождитесь. 4-3, мы 4 на 3. Да, я не резнулись. А, 4-3, так пойдём в авторитетом просто тогда. На Легасе, правда. Хуярь, Серёга, я в тебя верю. Пошли. Давай. Алло, команда. Парни, у вас 4-3, вы сможете. Follow me. У вас, правда, демеджа абсолютно ноль на 4 героя. Максимально. Ребятки, проблема в том, что они дождутся бэкхола и будет бомбом. Да какой бэкхол? Пошли. Поехали. Нам надо поймать их до бэкхола. Ребят, давай, Лёх, готовься. Смелее. Деритесь под тамбой. Значит... Захожу. Серега, ты не поставляешься только догоном сдалека и можешь вывозить героя. Смотрите. Пушим, ребят, пушим. Они 100% ждут бэкхол. Очень важно зафокусить вот этого героя вам. Очень важно встать вместе, чтобы у них был шанс на камбэк. Это действительно важно. А как кнопки нажимать на этом герое? А ты на каком? А, он дует. Хороший. Это нормально. Тебе надо, знаешь, что? Я лечу на поиск. Да, какой поиск? Сюда же идешь. Да вот ты что, бегов из-за тебя? Мы пушим трон. Данила. Данила, вернись. Парни, ребят, вы расплитаны. А вот гол у него, он с блюком. Так, а что у нас? Даня его поймает? То мы релокейтимся туда. Ребята, давай! Меня! Сюда! Не ожидали! Сюда! Вот так вот! Так, хорошо, отработали. Я возвращаюсь, ребята. Ребята, они меня хотят, кажется... Что хотят? Живи, Лёха, мы вернёмся. Нормально. Кайте их. Ребят, фразочку. 4-2, парни. Можете встать, чтобы верно кого-то убил. Давай. Отлично, подойди. Развали его. Да какой Саша, блин!
Так, минус один. А если Чейзи, Чейзи, Чейзи! Бегу, 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 бегу! Не сдаваться! До конца, до конца, до конца, до конца! Га есть. Вещай, вещай, где ты? До конца, вверх, вверх. Данила. Данила, бей! Ю! Верну, верну. Ай да Данила, ай да зверюга. Целю. И вот этого. И этого, до конца. На хил, на хил подойти. Байбэк. Да нет, это байбэк. Домой. Да! Давайте, Серега. Фразочку, фразочку! Фразочку. Да, шоу-матч получился интересный. Все-таки команда из русскоязычных талантов смогла победить в плотной борьбе. Вон они там радуются, действительно. Игра была у нас за всю карьеру самая важная. Но и тот, кто придумал, я не знаю, кому принадлежит сама эта идея, включать голоса игроков во время шоу-матча, мне кажется, это было лучше за всю историю не только Dota, но и, в принципе, истории шоу-матча. Идея это, наверное, не новая, но риск был высокий. Тут ответственность. Так у нас культурно все. Ну, в целом получилось, да. В общем, но ключи, кто знает, что об этом равно скажут западное сообщество, когда это переведут. На мой взгляд, все было максимально в боевом настрое. Да не, я получил максимально. Можем сейчас, кстати, с переводчиком послушать, что он спрашивает. I feel that we finally made it! Team Borsch! Team Borsch! Now, that was a very, very close win. What was your team strategy to win? Oh, Dagon and Love. Dagon and Love. That is a very inspiring strategy. Sir, how did you feel knowing that you have just destroyed the English talent who you are working together with here at TI? That's our team spirit. Borsch! Team Borsch! Team Borsch, let's go! All right, sir. So before the match, you were actually talking to Team Dragon member Effie about the match, and Effie said that you guys were probably going to win. Did you feel the same? No, it was a very close game, and I really appreciate the effort they put to win this game, and it was like a really tough game. We tried our best to win this match, and I'm really proud of my team because like those guys are amazing. We've been in it through a lot of times, and some emotion from Team Thunderhide. Oh my gosh, look at this camaraderie here. All right, final question, sir. What would you like to say now that you are on the stage again? И сказать всем зрителям, оказавшись снова на сцене.